Добрый день, меня зовут Елена Лазарева, и совместно с Международной школой дизайна мы запустим курс, который будет посвящен цвету в интерьере. Мы рассмотрим в ходе каждого отдельного занятия, как работать с конкретным цветом, например, синим, или коричневым, или зеленым, и более сложными их вариантами, конечно. И поговорим о ошибках, которые типично делают дизайнеры, когда работают с цветом. А также обсудим очень много примеров, которые я покажу вам. И, конечно же, правил, которые связаны с использованием конкретных цветов.